Вот я опять дошел до этого момента, где мы взяли масло. Вот. Все, теперь я играю в английскую версию, потому что... Ну, я в прошлом видео, собственно, да, говорил. Кто смотрит, тот знает. Вот. Все, теперь все необходимое у нас есть. Теперь мы... Надо к трамваю прибежать. Как я от него увернулся. Не поймаешь меня. Сейчас еще немножко от него побегаем и все. Он и исчезнет на время. Шуна. Видите? Круто я его. Я крутой перец. Все, по-моему, дальше он не побежит. Нет, все равно музыка играет. Ну-ка. Я хотел бы там растение взять. Да, он еще здесь. Блин. Сука, он заебал уже, когда он отстанет? Все, вот тут его уже нету. Ты чё, возвращаться за этим растением не будем, пошли вперед. Короче, землетрясение. И опять выбор. Я всегда выбираю первую строчку. Вторая — это спрыгнуть вниз, там червяки эти, которых я не люблю. Я всегда выбираю первую. Вот. Так. Я сейчас проходил же заново, да, английскую версию вот эту. У меня тут зомби из машины не вылез. Вот он. Отлично. Мне там нужны патроны. Лежать. О. Пойдем сразу. Хотя нету. Пошли вперед. Нам. Хотел убрать их, но фиг с них. В принципе, я сейчас, когда перепроходил, ну, я уже, конечно же, это не записывал, вот, но я также все делал, как и первый раз. То есть я проходил так же. Те же варианты выбирал, то же самое. Только единственное, я выбрал, короче, в ресторане, что на кухне спрятаться, вот. То есть я, конечно же, это не записывал, я просто проходил, потому что у меня сохранения не подошли для английской версии, вот. Я прошел намного быстрее, у меня в сундуке намного больше теперь дерьма лежит. Например, сохранение у меня аж 11. Видите, у меня сколько всего. Сейчас нужно будет сохраниться, блин. Thank you.
Так. Я, пожалуй, возьму. Вот так, наверное. Чтобы побольше лечилка была, на всякий случай. Так. Сейчас, короче, будет опять немезис. Потом еще кое-что. То, что я не люблю вообще, блин. Вот он, сука. Вот так. Видите, он даже по мне не попал. Так. Тут я брал. Вот сейчас будет. О. То, что я больше всего не люблю. Тут как раз растение я оставил на всякий случай. Теперь вот. Мы сейчас проваливаемся под землю, и тут червяк. Вот, тут можно его замочить, а можно не мочить. Ну, конечно же, у меня нет сейчас патронов, чтобы его замочить. Нужно что делать? Нужно быстро подходить на выключатель и нажимать, пока он не вылез. Вот. И быстро убегаешь. И с этой стороны то же самое. А, блядь, я не успел. Сука. Вот он меня тут может сожрать. Нужно быстро нажимать. Так. И теперь сюда. Отлично. Главное попасть на эти кнопки. Ты видишь, где они, да? Ну, вот, все. Ты видишь, где они, но не всегда она нажимает. В принципе, вот. Только одна лечилка пригодилась. Я так взял на всякий случай. Все, теперь идем в трамвай и уезжаем отсюда. Это бочка. А, тут бочка была, кстати. Я не помню, взрывал я или нет. Не могла же она исчезнуть. Так. Все. Почему женщина должна чинить трамвай? На что мужики? Все. Сейчас придет Карлос, скажет, ну что, поехали. Патрончики. Okay. Николай won't be joining us. I understand. Они думают, что он умер, сука. I'll operate the cable car. Let's go. Поехали, поехали. Сейчас будет крутая заставка с Немезисом в поезде. It's looking good. Короче, это самое. Тут сейчас опять будет выбор, выпрыгнуть из окна или аварийное торможение. И опять же, если ты выберешь выпрыгнуть из окна, то ты окажешься в одном месте, если выберешь аварийное торможение, в другом. Но я люблю выпрыгивать из окна, потому что аварийное торможение, ты там оказываешься на этом самом, как его, во дворе, там часовая башня, и там птицы летят. Вот оттуда я не люблю начинать, поэтому я выберу другой вариант. Просто тупо надо развернуться и уйти. Михаил,
О, прикольно сейчас будет. О, блядь, патроны кончились. Это граната. Хоп, Немезиса вышвырнула нафиг. Прикольно. О. Все, блядь, сейчас, короче. Вот, первая из окна. Вот хер знает, да, куда она выпрыгнула. Черт знает. Может быть, там куча зомби, она выпрыгнула, они ее сожрут сразу. О, порнофильм. Вот, вот с этого места я люблю начинать. О. Зомби. Такой огонь. Огонь квадратный весь в пикселях. Тут нам нужно быстро из картины ключ брать и уходить. Тут делать нечего. Все. И больше сюда не вернемся. А зомби пусть там тусуется. Хе-хе. Сразу у нас тут комната сохранения. Так. Сейчас опять встретим Карлоса, и он нам даст опять патроны. Я их сразу все уберу. Спасибо. О, заморозка. Вот заморозка — это самые лучшие патроны вообще, блин. Они Немезиса останавливают очень круто. Так, сохраняться пока еще не будем. Так. Тут, короче, у нас можно послушать два варианта мелодии, да, тут правильный и неправильный. Но я-то знаю, какой правильный. Вот. А если бы мы, короче, выбрали другой вариант, то мы бы оказались вот в этом двору. Только тут могут быть или собаки, или птицы. Там были бы вороны. А сейчас тут собаки. Тут будет Немезис. Эй. Блять. Вот дерьмо. Бля, меня сейчас сожрут, нихуя себе. И получается то, что я сейчас взял вот эти травки, и это все напрасно. Блять. Лучше б я сюда не заходил. Нахуй, блять. Черт, а? Вот дерьмо. Надо было взять, не знаю чего, дробовик и их перестрелять. Ладно. Вот миномет, кстати, во, очень полезная штука. Тоже только на сложном уровне он попадается. Тут еще карта. И спрей. Так. Все, нам сейчас надо на второй этаж. Еще одна шкатулка. И нормально, да, зашел, взял, собаки покусали, и пришлось все равно потратить. Ой, блядь.
теперь тут эти чуваки. Чудом пробежал мимо него, думал, не пробегу. Вот, если ты выбираешь другой вариант, то Карлос вот как раз в этой комнате будет, где мы сейчас были. Так. Так, эта дверь закрыта. Открыли. Вот это место, кстати, в операции Raccoon City есть. Единственное нормальное место во всей игре. Так, теперь. Блин, ищу баночки, у меня уже места нету. Завалили меня этими баночками. Так, сейчас сохранимся. Я лечилки все складываю наверх, но смотрите их сколько у меня, видели? Офигеть, да? Оружие вниз. Баночки еще ниже. Видите, у меня сколько всего тут уже. Мне нужны будут замораживающие патроны, но потом, когда будем не месяц мочить. Так, значит, я сейчас сохранюсь. Хотя я не знаю зачем, можно тут сейчас и не сохраняться. Чё, у меня уже скоро в сундуке место кончится, смотрите. Просто сейчас будут зомби, они могут меня схватить. А потом будут пауки. Я лучше сейчас синие растения возьму. О, на всякий случай. Ладно, пойдем там сохранимся попозже. Сейчас нужно будет сразу развернуться и убежать от них. Не получилось. Черт. Блять, вот я так и знал, а? Вот так и знал. Лечилок много, их особо не жалко, но все равно неприятно, блин. Ранения получать необязательные. Тут нужно резко разворачиваться и убегать сразу. Тут пауки, но мимо них просто можно пробежать, они тебе ничего не сделают. Все. Так. И тут, видите, еще лечилки, так что их много. Так, тут ключик. Ну, сюда надо, я же знаю, что сюда. О. Сейчас сразу решим головоломку. Там просто надо правильно мелодию сделать. Не помню, что это самое. Я когда первый раз игру проходил, я легко отгадал. Вот, потому что у меня музыкальный слух хороший, а помню, мои друзья, они, короче, с этой головоломкой сидели очень долго. Вот, и не могли никак ее сделать. Не, это неправильно. Вот. Они говорят, что очень долго сидели, им даже пришлось эту мелодию записывать на диктофон, слушать и потихоньку ее составлять. Представляете? Тут высокий. Высоко должно быть, а не низко.
Во. Во, вот это правильно. Все. Опля. Так. Все. Теперь, когда мы отсюда выйдем, у нас будет не месяц, но это давайте и на следующее видео оставлю. Сейчас сохранюсь. Тут опять баночки эти. Тут опять сохранение. Вот это... Мне до конца игры хватит где-то 10 сохранений. Вот, а у меня их уже больше, чем надо. Тут мины еще для миномета должны быть. Но пока их нету. Опять же, все это убираем наверх. Баночки вниз. Потом я специально время, короче, уделю комбинированию пороха. Потому что, видите, у меня много баночек, я потом их буду смешивать. Но основное то, что я делаю на сложном уровне, это... замораживающие патроны для гранатомета. Вот такие вот синие. Например, вот у нас 20... Например, можно сейчас сделать. Видите, у нас 24 патрона обычных. Мы берем синюю баночку. И у нас получается замораживающий. Хоп. Берем еще одну. Плюс берем красную и желтую. Видите, 6. Все. Вот этого мне должно хватить на первое время. Потому что тут будет не месяц скоро. Вот мы его будем мочить вот этим. Так, и еще где мой гранатомет? Надо все оружие в одно место. Короче, все, я сейчас сохранюсь тогда. И продолжим уже дальше в следующем видео. Вот гранатомет. Все. Пять, четыре.